немного еще о сигнатурности. То есть пример одной улицы. Есть такая у нас в Алмате улица Шемякина. И вот высоковольтку покажу я. Вот здесь орут практически все радары. GPS-система активна. Причем в одном только направлении. То есть вот как я еду сейчас, орут все радары подряд. И эскорт немножко попискивает здесь бывает. Ну, все остальное, типа там Xiaomi и так далее, и так далее. Это заположняк. Покажу эту сработку я. Непонятная левая сработка. Здесь орут почти все радар-детекторы. То есть это как бы нормальное явление. К7, К8 и пошло-пошло. Вот оно на максимал. Тут много какие радары откатывал. Ну, потише-то, естественно, будет тот же эскорт, да, я согласен. Но несколько раз он все-таки крякает здесь. То есть об абсолютной тишине говорить не приходится. И сейчас мы все то же самое сделаем сигнатурным. Возьмем, допустим, за пример ту же Монаку. Вот мы все едем, она все орет. Причем орет с К5 до К9 по возрастанию. Не замолкая. Причем, я говорю, в одном направлении. Сейчас попробуем развернемся и попробуем в обратном направлении. 99%, что в обратном направлении у нас не будет ничего этого. Проверить, проверим сейчас. Вот здесь мы развернемся, пока никого нету. В обратном направлении. То есть только что он у нас орал, наш Xiaomi 900. Едем в обратном направлении. И 99%, что он орать не будет. Максимум будет орать чуть дальше на заправку. Говорю, какая-то аномалия, причем аномалия только в одном направлении. Тишина, как видим. То есть, если помеха есть, какая нафиг разница, в какую сторону эта помеха, она есть, да есть. А тут видим, тишина полная, то есть никакой помехи, никаких левых сработок нет. Сейчас вот здесь возможно сработка, потому что справа тут заправка. Ну и то мы не видим этой сработки, ее нету. И сейчас в этом же месте мы проедем с сигнатурным радарным детектором, чтобы показать преимущество сигнатуры вот именно в таких местах. Собственно, для чего это и было сделано. То есть это к вопросу того, нужна ли эта сигнатура вообще кому-то или не нужна. Все то же самое, это же самое место. Вместо Xiaomi 900 мы поставили сигнатурный детектор. Это Silverstone Monaco сигнатурный. Режим Smart у нас стоит. Ну, по сути, мы что, город мы поставили. Разницы особо я не вижу. Ну, вот и смотрим сработку. Будет ли в этом месте сработка та же левая в К-диапазоне на высоковольтные эти линии. Ну, больше я не знаю, на что здесь может орать он. Ничего такого я больше здесь не вижу. А ничего нету, полная тишина. То есть вот она отсечка, это левой помехи. То
То есть, собственно, если в тему сигнатурных технологий, задумка-то на самом деле интересная. То есть там, где орут энные приборы, да, непонятно на что, мы ездим в полной тишине. Но нужно быть готовым к тому, что все-таки тишина тишиной, а дальность будет меньше. То есть вот все это расстояние мы ехали с Xiaomi 900-м, он здесь орал дурниной. Улица Шемякина. Алматинцы, кто есть, если ездили здесь, когда не если, вернее, а ездили-то все здесь, знают эту аномалию. Тишина. Ни одной левой сработки. Как-то так. Думайте, дерзайте. Кому что, каждому свое, как говорится. Кому-то сигнатуру, кому-то стандартный, фонящий. А я отсоединяю все.